Особое богослужение – пассия, совершаемое в дни Великого Поста, самое позднее по времени возникновения православная служба. Она была составлена в середине 17 века. За богослужением читаются тексты Евангелия, повествующие о страданиях Христа Спасителя. Чин пассии и чтение акафиста страстям Христовым в Свято-Троицком кафедральном соборе Брянска совершил митрополит Брянский и Севский Александр. Последование пассии совершается 4 раза в год по числу евангелистов. Перед началом вечерни на середину храма было вынесено распятие. Смыслом этого богослужения является сопереживание со Христом последних дней Его земной жизни и в особенности Его крестной смерти. Внимание пассии – душа человека. Молящиеся за богослужением призываются к покаянию в своих прегрешениях и внимательному и строгому рассмотрению своих отношений с Богом. Служба пассии всегда находила и находит живой молитвенный отклик в сердцах прихожан.